Участки для голосования открылись по всей стране час назад. Свой выбор можно сделать до 8 вечера. Только в Могилевской области участков 750. Во всех уровнях комиссии региона аккредитованы более 2500 наблюдателей. И этот процесс продолжается. Утром на участках не так много избирателей, и в этом нет ничего особенного. К наплыву избирателей комиссии готовы. Чтобы получить бюллетень, с собой необходимо взять документ, подтверждающий личность. Паспорт, водительское или пенсионное удостоверение, военный или студенческий билет. Активизируются избиратели ближе к обеду, после обеда, когда уже посправляют свои домашние семейные дела, и потом и в одиночку, и с семьями, и с малыми детьми идут на выборы, чтобы сделать, выполнить свой гражданский долг. Постоянно участвуем в выборах. Предпочтение отдаем, естественно, тем людям, тем кандидатам, которые, ну, как-то стараются быть ближе к народу. Прийти на участок необходимо для того, чтобы высказать свое мнение, отдать свой голос за застойного кандидата, который будет затем представлять интересы избирателей в городском исполнительном, городском совете, в областном совете. Голос каждого важен, человека, конечно. Если мы хотим что-то изменить, или если мы хотим кого-то поддержать, ту или иную сторону, конечно, мы должны участвовать. В списке избирателей по всей стране 6 миллионов 929 525 человек, в том числе граждане России, постоянно проживающие в нашей стране. Предстоит выбрать, напомню, по сути, народных избранников. Это те люди, от которых будет зависеть качество нашей жизни в регионах, конкретных городах, районах, поселках. Поэтому от избирателей сегодня ждут активности.